Теперь духа обнаружишь, тоже навернулась переполненной сумкой, и он ей говорит: в твоем возрасте нельзя вот такие тяжести приносить руками, лучше сходи дважды. Я помчался в больницу, когда я узнал о том, что мой брат ходить не может и не может говорить. Но потом я узнал, что они такие новорожденные, все они такие. У кого сильнее, крепче сила воли, или у женщины, или у мужчины. Ясное дело, у мужчины, разве женщина способна, например, 3 дня спокойно ходить мимо мойки с кучей грязной посуды, с кучей грязной посуды. Матрёна, папа из деревни в ухозе, сапога ходила. Куча всего поднимает мужика с дивана, звук сигнализации во дворе за окнами. Что для тебя хуже всего? Безработица, петуха. Невозможно встретиться со своей девушкой, потому что ее муж постоянно дома. Матрёна, папка из деревни. Ну ты петуха, ну и перегарщик. Не суди о человеку лишь по перегару. Доктор мне, как же мне лечиться? У меня депрессия, апатия, утопия. Для начала вот 100 грамм и держи конфетку. Доктор, просто вы волшебник, завтра к вам опять приду. Матрёна, бабка из деревни, матрёна, бабка с интернета. Мама, ну признайся честно, разница в возрасте между мной и матрёной — это не единственное, что тебе не нравится. Наверное, бастучей, после которого ты ее ненавидишь. Когда я ходила в садик, то мне так честно слепила. Так вот эта зараза, возвращаясь выпускного, она была пьяная, раздавила домики. Матрёна, папка из деревни в ухозе, сапога ходила. Про собаку я забыл, покормил я или нет. Тогда на всякий случай покормил я еще раз, а она на всякий случай все съела еще раз. Подписываемся, кликаем на колокольчик.